Всем привет! Сегодня обычная разблокировка графического ключа. У нас было видео уже по пин-коду на другом канале. То есть способ тот же самый, только если у вас, допустим, графический ключ стоит и вы забыли пароль. Нам нужно сделать сброс настроек, чтобы пароля не было, но при этом все данные удалятся. Поэтому прежде чем делать сброс настроек, попытайтесь вспомнить пароль. Если не вспомните, то ну, по-другому никак. Выключаете телефон и нужно нажать комбинацию кнопок. Это включение и громкость вверх. Нажимаем их и держим. При появлении заставки кнопки нужно будет отпустить. Телефон завибрировал. Появилась заставка. Все, кнопки отпускаем и ждем появления меню. Здесь выбираем пункт Wipe Data Factory Reset. Здесь в следующем меню нужно набрать слово Yes по-английски. Набираем. И также нажимаем Wipe Data Factory Reset. Здесь также Wipe Data Factory Reset. И идет сброс настроек. Ничего не трогаем, ждем. Возможно, эти способы уже знают многие люди, но есть люди, которые данные способы не знают, поэтому показываем специально для них. Вот, появляется следующее меню, здесь выбираем пункт Reboot System Now, для того, чтобы телефон перезагрузился. Перезагрузка идет примерно минуты полторы-две, и дальше смотрите, может быть три ситуации. Первая ситуация, это как в данном случае на телефоне нет привязки аккаунта, и после сброса настроек телефон загрузится. Вторая ситуация. На телефоне была привязка аккаунта Google, и при сбросе настроек, после сброса настроек появится меню выбора языка, выбор интернет-подключения и затем подтверждение аккаунта, где нужно ввести email и пароль. Вводите их, и телефон загружается. И третья ситуация, когда делаете все то же самое, есть привязка аккаунта, но пароль, допустим, забыли. Вот. Возможно, в данном случае вам поможет видео по разблокировке, ссылка на него будет под этим видео в описании, либо вот здесь подсказка появится сверху, либо вот здесь сбоку будет ссылка на видео по разблокировке. Вот сейчас ждем, пока телефон загрузится, и покажем, как определить, есть ли там привязка аккаунта или нет. Кому видео помогло, подписывайтесь, ставьте лайки. Подписывайтесь также на наш основной канал. Ссылка на него вот здесь вот будет. Там еще больше видео. Это наш второй канал дополнительный. Ждем, 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 ждем. Запускается у нас меню выбора языка. Выбираете нужный вам язык. Нажимаем «Начать». Здесь соглашаемся. Продвигаемся дальше, дальше. И вот здесь смотрите пункт «Пропустить». Если при нажатии на пункт «Пропустить» у вас продвигается дальше, соответственно, привязки аккаунта нет. Если у вас есть привязка аккаунта, то смотрите видео по ссылке в описании, либо вот здесь подсказка будет. Либо ждите окончания ролика, и вот здесь вот в конце появится ссылка на видео по разблокировке аккаунта. Итак, система о телефоне и сведения о телефоне, кому будет интересно. В принципе, и все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на наш основной канал. И всем хорошего дня. Пока-пока.